Thank you.
кричат. Ночь прекрасная, небо звездное, за стеклом последнее отчаяние. Улыбайся мне, на моей судьбе твоя печать. Ничего не нужно, только пой мне эту песню. В ней я сотни раз умру и сотни раз воскресну. Только пой мне, тишина такая тесная, беда. Скажи, пожалуйста, как безжалостно разорвать сплетение сознания, примерять, смеясь, золото и грязь, каждый раз тонуть в одном и том же сне. Одиночество, ты один, и равных нет, и не было. Улыбайся мне среди тысяч глаз наедине. Все расписано на ноты года, на кофейной гуще глупо гадать. Жизнь сама идет вперед, и я прощаю. Thank you.
Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Виталий Савчук. Меня Дима, тоже Савчук. Да, мы работаем в модельном агентстве. Сейчас вот только прям вот по стопам с подиума сошли, участвовали у Гоги Никабадзе, неделя моды, Mercedes-Benz. Какие впечатления от показа, в котором вы участвовали? Впечатление от показа самое лучшее, потому что Гога Никабадзе – это грузинский дизайнер, который выставляется каждый год, и каждый год участвуем мы у него, и столько народу приходит, поэтому, чтобы попасть к нему на показ, нужно, наверное, за месяц, за два месяца писать непосредственно Гоге и просить у него приглашения, потому что, когда, если напишешь за неделю, там, или дня за четыре до показа, он скажет, все, приглашения нет. Но когда подходим мы к нему, он говорит, ребят, ну я знал, что вы подойдете, вам что нужно 4 приглашения, вот держите. То есть, как бы, ну, это тот дизайнер, который срывает вообще все аплодисменты и столько цветов. Ну, больше, наверное, только у Вячеслава Михайловича Зайцева, потом уже у Гоги Никабадзе. Почему вы выбрали эту работу? Эту работу мы не то что выбрали. Дима, давай, расскажи. Эту работу, да, мы выбрали, ну как, потому что любим сочетать цвета, одежду, то есть мы работаем в этой индустрии не для зарабатывания, ну как бы мы шли в эту индустрию не для того, чтобы зарабатывать деньги, а для того, что это интересно, это первое. Вот. А уже второе, ну получилось так, да, то, что сейчас на сегодняшний день мы зарабатываем деньги именно в этой индустрии. Ну, потому что модельная сфера, это, не знаю, мне интересно, как бы, работа с одеждой, это считаем приятное с полезным. Ну, да. Приятное, что платят деньги, полезное, что, точнее, полезное, что платят деньги, а приятно занимаемся тем делом, которое нам нравится. Как должна выглядеть девушка, чтобы привлечь ваше внимание? Очень легко, просто и непринужденно. Пусть это будет спортивный костюм, пусть это будут кроссовки и... Пусть это будет без макияжа. Без макияжа, самое главное. Но чтобы не было такого, что девушка пришла накрашенная, встретилась с тобой, а, допустим, на утро с ней просыпаешься, и ты не понимаешь, где мы познакомились. Это твой был выбор познакомиться или все-таки ее? Есть пожелания к организаторам недели моды? Ой, пожеланий, мне кажется, много, потому что неделя моды как-то вот с каждым днем. Какой-то вот первый, я помню, это лет 8 назад, первые годы, когда мы участвовали в неделе моды, это было настолько какой-то, знаете, праздник. Я шел на неделю моды как на праздник, прийти туда, показаться в каком-нибудь там наряде, там покупал даже какие-то наряды для того, чтобы прийти на эти мероприятия там в эти дни, когда я участвую в показе. Вот, а сейчас это как-то стало так обычно, либо это я как бы уже, либо мы выросли уже с этого. Старели, да, либо неделя моды. Либо эта неделя моды уже как-то состарилась, и нужно принимать ее такой, какая все-таки она есть. Ну, что мы можем посоветовать? Процветание, побольше гостей, побольше, ну, крутых дизайнеров. Хороших дизайнеров, да, и чтобы гости одевались как можно ярче, потому что черные, серые цвета – это уже вчерашний день. Ну, я сегодня во вчерашнем дне. Ну, вот ты сегодня вчерашний, да, я сегодня поярче. Поэтому, да, как можно больше цветов, радости, настроения, и всегда улыбайтесь.